Станица Кочубеевская. Здесь живут 15 семей беженцев из Чечни. Некоторые переселились сюда более 3 лет назад. Кто-то приехал прямо перед самым началом последней наземной операции федеральных сил. Сейчас поток беженцев вновь увеличился. По некоторым данным, в крае их находится около 400 тысяч. Вы ужаснетесь по ситуации, в которой они находятся. Край в этой связи старается делать все возможное. Мы отрываем то даже, что мы должны дать своему населению. Вот. Но наши возможности просто нереально несоизмеримы с теми затратами, которые необходимы для их обустройства. Люди вынуждены ютиться вот в этих домиках. Причем зачастую в них живут по 2 семьи. Даже тем, кто находится тут уже несколько лет, очень сложно найти работу. Многие выживают только тем, что на своих участочках выращивают овощи и фрукты. Та помощь, которая сюда вот наездами, помощи нет. Да не знаю, я еще. Мы только приехали 1,5 месяца, мы не знаем еще, что помогать. Знаю, что хотят свет отключить, вот я знаю. Другая беда – текущие крыши. На их починку у местной администрации тоже нет денег. Между тем, на фоне этой безрадостной картины самыми беззаботными остаются дети. Похоже, им тут нравится. Ну, тут можно как? Не то, что как в Чечне. Направо не ходи, налево не ходи. А то здесь можно погулять, ну, разве что трасса здесь самая опасная. И все же автотрасса не самое опасное место по сравнению с тем, где этим детям пришлось жить до этого. Владимир Кольцов, Антон Передельский, Георгий Сытник, ТВЦ с места событий, Ставрополь.